В то время как мальчишки и девчонки наслаждаются летним отдыхом, набирая сил перед новым учебным годом, в школах проводят ремонт и приобретается новое оборудование. В учебных заведениях сейчас самая горячая пора – подготовка к приему детей. Раковину установили, молодцы, вода бежит. Один из главных моментов – безопасность детей и проведение образовательного процесса. Бесперебойное водоснабжение, световой и питьевой режимы, возможность проветривания помещений. Сотрудники госавтоинспекции проверяют наличие уголков безопасности. У специалистов отдела надзорной деятельности другие критерии приемки. Конкретно я с чего принимаю? Это вся документация. Посматриваем всю документацию, чтобы все приказы были обновлены, чтобы инструктажи были проведены. При осмотре помещений, помимо документов, обращаем внимание на пути эвакуации, чтобы было не захламлено, чтобы на путях эвакуации никаких вещей, ничего, ни лестниц, ничего инвентаря не стояло. Так, потом дальше проверяем огнетушители, обязательно, чтобы они были перезаряжены, огнетушители, чтобы соответствовали журналу, чтобы все было в норме. Всего комиссия осмотрела 21 школу, 28 детских садов и учреждений дополнительного образования. В их числе художественная школа, спортивная школа, детская школа искусств. Учреждения, в принципе, готовы. Есть незначительные замечания, но они устраняются в ходе приемки. В целом проведена огромная работа по руководителям наших учреждений. Заменены частично окна, заменено технологическое оборудование, проведен косметический ремонт. Все образовательные учреждения готовы к приему детей, а выявлены несущественные недостатки, к началу учебного года будут устранены. Евгения Шемякина, Максим Колосов, новости провинции.